akcija koja se organizuje povodom 80. godišnjice oslobođenja Beograda na nazivu Rusija-Srbija zajedničko kulturno nasljeđe i koja se dešava od 10. do 12. oktobra. U sklopu, da kažem pre svega, da se projekat organizuje uz podršku Ministarstva digitalnog razvoja, komunikacija i masovnih komunikacija Ruske federacije i Udruženja saveza pisaca i izdavača Rusije. A u sklopu projekta Univerzitetska biblioteka je dobila donaciju knjiga vodećih ruskih izdavačkih kuća iz oblasti ruske istorije, književnosti, teorije književnosti, filozofije, umetnosti i lingvistike. Istovremeno je, a verujem ne i slučajno, u biblioteci u toku izložba posvećena godišnjici smrti jednog od klasika svjetske književnosti. Всем добрый день. Я хочу таким образом открыть цикл совместных мероприятий, посвященных России и Сербии, по поводу 80-летия со дня освобождения города Белграда от фашистских захватчиков. Цикл называется «Россия и Сербия. Совместное культурное наследие». Оно пока на данном этапе будет проходить с 9 по 12 октября. И в рамках данного цикла мероприятий будет торжественное вручение пожертвований книг со стороны ведущих российских издательств, издательских домов. Еще я должна сказать, что данное мероприятие организуется при поддержке Министерства цифровых технологий, связи, массовой коммуникации, а также Ассоциации союзов писателей и издателей России. Данная выставка посвящена... Dakle, verujem da nije slučajno da je toku izložba posvećena godišnjici smrti jednog od klasika svjetske književnosti Antona Pavlovića Čehova. I pozivam vas da nakon toga neki već i jesu u donjem kolu biblioteke u Brizu i pogledati izložbu. A sada da pozdravimo ovi goste. Sa nama su danas gospodin Viktor Moskvin. S nami je sigurno gospodin Viktor Moskvin. Toma Kusa Ugasijanja, Aleksandar Složenjicin i generalni direktor izdavačke kuće Ruskog put. Директор дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и генеральный директор издательства «Русский путь». Sa nama je gospodin Сергей Зайцев, директор и умитнички руководилац студия «Русский путь». С нами также господин Сергей Зайцев, директор и художественный руководитель киностудии «Русский путь». Госпожа Мария Базалеева из Удружения Союза писателей издавача «Русский». Госпожа Мария Базалеева, тоже представитель Ассоциации Союза писателей и издателей России. Асананасу и господин Павел Курсанов, правописец и новина. С нами также Павел Курсанов, писатель и журналист. И господин Сергей Носов, прозный и драмский писец и песни. Добрый и господин Сергей Носов. Да поздравим само еще господина Филипа Кудряшова, он в свойстве центра. Давайте я еще поприветствую Филипа Кудряшова в качестве продюсера. Наталью Корсеву из организационного комитета. Сейчас я предоставляю слово директору нашей библиотеки Александру, профессору Александру Яркову. Дамы и господа, дорогие гости, господин директор, уважаемые писцы, уважаемые соратники, мило нам је да сте у Београду данас у ваку лепу поводу, у ваку лепу прилици и у тешки времени. Дамы и господа, господин директор, уважаемые писатели и сотрудники, мы очень рады вас видеть в Белграде, особенно в такой сложный, трудный час. Что со времена тежа, приятели су дражи, а успомене значайнее и история важнее. Чем времена тяжелее, тем друзья милее.
и тем самым увеличивается важность общей истории. Meni je zato drago da vas primimo uz ovu lepu izložbu o jednom od najvećih svetskih pisaca koji je ostavio vidan jak pečat na srpsku književnost, Antona Pavlovića Čehova. И поэтому я очень рад вас принимать в наших стенах, особенно учитывая то, что у нас есть выставка, посвящена Антону Павловичу Чехову, и его труды, его работы также заметны в сербской литературе. Он оставил свой след в сербской литературе тоже. Srpsko srce jače kuca kad čita Puškina i Tolstoja i vidi šta je o Srbiji onoga vremena tu napisano za sva vremena. Srpsko srce bijeca silnije kada čita Puškina, Tolstova i понимаje to što je bilo napisano na vse vremena, na veke vječne. I puno je zahvalnosti za sve što je u toj dugoj istoriji bilo dobro i za svaku podršku koju smo znali da primimo i da se toj podršci radimo. И сербское сердце, оно исполнено благодарностью на всех благих делах, которые Россия сделала для Сербии. Мы это ценим, помним и уважаем. А приятель уме мало и да зажмури, кад нечто не баш все было так добро, как что су најбољи тренуци, и да прихвати и тај терет односа који знају да буду компликовани и оптеречени реал-политичким околностима који нису их среќа. И на то и есть, друзья, чтобы иногда закрывать глаза на какие-то неприятности, сложные моменты геополитические, которые могут быть. И мы очень благодарны и надеемся на ваше понимание. Нам всем падают тяжко, тренуци изызова, которые до нас трают. И сами мы прошли через događаје тих и таких врста, и то нико что не нечто, что не оставля волне ожитки на ткиву наших словенских. Мы сейчас в данный момент очень тяжело воспринимаем события, которые происходят, учитывая то, что у нас похожие события тоже были в недалеком прошлом. И такие раны, такие шрамы на ткани славянского братства, они очень сильно ощущаются. Али нам, малима, е важно, да постои велики и да гледају на нас болим оком, што баш и нисмо искусили у прошлим децениима од свих. Но для нас, как для маленького народа, очень ценно, что у нас есть большой старший брат, который смотрит на нас добрым глазом, чего не скажешь о других великих державах. Мы сме люди культуры, жедности, библиотекарства, университета и добро нам дошли у наиболим траговима хуманизма и онога, что нас спая и чини онима, кои чувају бачу хуманистичких вредности на свете. Мы люди культуры, искусства, гуманизма, литературы, и поэтому мы очень рады видеть вас, гостей дорогих, которые охраняют факел свободы, искусства и всех ценностей в этом мире. Когда подвигнута биста Милорада Павича, одного из наивысших писателей 20 века в Москве, мы все были счастливы, что еще увек славянский свет и Русия знают да препознают те родины от малого народа, давал и веќе резултати него што су сами Срби својим геополитичким простирањем или бројнишћу могли да очекувати. Когда бюст Милорада Павича был установлен в Москве, мы с благодарностью смотрели на то, как славянский мир, как Россия помнит о нас, как она сможет оценить достоинство нашей литературы, которая во многом превосходит наши геополитические успехи как маленького народа. Zato se mi radujemo da naše knjige budu u vašim bibliotekama i radujemo se da vaše knjige budu u našim bibliotekama, da naši ljudi mogu da čitaju literaturu, da u njoj uživaju, da iz nje uče i da vide kako je zapravo svet dobar i vredan onda kad je šaren, a nekad je isti i uvek jedan. Поэтому мы радуемся, увидев ваши книги в наших магазинах, в наших стенах, и мы также рады видеть наши книги в ваших стенах, потому что мы должны понимать, наши люди, им надо читать, они должны понимать, что разнообразие – это то, что главное. Не одинаковость, не все под одну копирку, а именно разнообразие. Вот это главное. А Русская Федерация в том свете доносит только нюансы и разлика, только запрос Сербии не знаю, и зато добро да нам дойдете, да те и такие нюансы познаем более и да будем еще ближе. А Российская Федерация со своим уникальным особенным миром несет к миру настолько тут нюансов, оттенков таких тонких, о которых сербы даже не подозревают.
И вот поэтому считаем, что очень важно, чтобы вы сюда приехали, пришли со своей литературой, культурой, и чтобы знакомили Сербию и весь остальной мир с этим. И онай сад Лазара Хиландарца, что одекует в Москве, могло бы и данас доткуться один более час, где и мали Срби знают по нечто да учине и да донесу. Pa vam evo obećamo, kad prvi put prilika bude dopustila, doći ćemo i mi kod vas, kao što smo mnogi od vas često odlazili, da ponesemo i srpsku knjigu i pojedemo srpske pisce i da razgovaramo o boljim stranama ljudskog duha. I, kako pomnite, časovnja Lazarija Serba, nadijem se što ona stukne i dla nas u skorom budućem. И поэтому нам бы очень хотелось с собой привести сербских писателей, сербских книг, чтобы мы смогли встретиться в дружественной атмосфере и также поговорили, принесли к вам с собой частичку маленькой, но родной, дорогой Сербии. И в очи ого наших праздника, на котором захваливаем на помощи с освободим от фашистической тортуры, добро сте дошли в Београду, на университету, под нас, в духу доброй воли и высоких гуманистических идеалов. И накануне праздника освобождения Белграда от фашистской оккупации, где вы, в чем вы внесли свой огромнейший вклад, мы хотим поприветствовать вас, сказать вам добро пожаловать. Благодаря вашему гуманизму мир стал лучше, краше, чище. Toliko je čarobnih rečenica ruske književnosti koje ljekuju našim ušima, a meni dozvolite samo jednu malu uspomenu. A to je, kad sam počeo da volim književnost, ja sam se, ne sam baš sve ne da ispričam, ali ja sam se toliko oduševljavao jednim stihom, koji ne umem da vam kažem na dobrom ruskom, ali koji kažem toliko ovako, zemljotres, ne, dolazi Marija. Из облака Панталонова Владимира Майковского. Вы знаете, тут настолько тут столько волшебных предложений из великой русской литературы. Я все процитировать не смогу, но давайте я вам расскажу одно. Даже чуть-чуть боюсь рассказывать обо всем. Но в тот момент, когда я полюбил литературу, мне в голове вспомнился один стих, который я не смогу на хорошем русском вам процитировать, но он так идет, так гласит. Землетрясение? Нет, это Мария. Вы помните же облако в штанах, да? С таким землетрясом в сердце я кажем, долази книжевец. Добро на дождь. С таким же землетрясением в своем сердце я к вам говорю, идет к нам литература. Добро пожаловать! Я бы еще хотел поприветствовать и поблагодарить господина Марку Евтича с филологического факультета, который является нашим гостем сегодня в качестве переводчика. И я сейчас предоставляю слово господину Москвину, чтобы обратиться к залу. Уважаемый господин директор, дорогие друзья, мне не первый раз доводится бывать в Сербии, выступать в сербских библиотеках, в сербских музеях. Я всегда испытываю огромную радость. Поштовный директор, дорогие приятели, ово не первый путь да в Сербии, да, изложен да, наступом. Ali svaki put kada dođem ovde osjetim ogromnu i veliku radost. Особенно сейчас, когда правильно сказал господин директор, что мы переживаем сложное, трудное время, и когда проходят такого рода встречи, дружеские встречи, когда мы передаем наши русские книги, и когда мы вместе отмечаем огромное событие 80-летия освобождения Белграда от нацистов, это особенно дорого.
И наручито сада у ovim teškim trenucima, kao što je govorio gospodin direktor, kada prolazimo kroz neverovatno teška, složena vremena, još je veća radost što možemo da se ovako okupimo na prijateljskim susretima, da razmenjujemo, da uručimo ruske knjige i posebno da zajedno slavimo 80-godišnjicu oslobođenja Beograda od nacizma, od fašističkih okupatora. В нашей истории, в русско-сербской, в сербско-русской истории, очень много замечательных славных страниц. И одна из них – это, конечно, 20-30-е годы, когда Сербия стала второй родиной для более чем 50 тысяч русских людей, вынужденных покинуть родину. У нашей заедничкой сербско-русской истории има много прелепих страница, и одна из них, которую бих я вам прилепом издвоил, есть период 20-х и 30-х годов прошлого века, когда Сербия постала друга отечбина за преко 50 000 руса, которые были принуждены да вам эмигрировать. Мы в России об этом помним, и помним тех людей, которые помогли русским людям. В русском доме, когда он был построен, были установлены две памятные доски. На одной из них было написано Николаю II, царю Николаю II, защитнику сербов, а вторая была королю Александру I, защитнику русских. Так что действительно то, что сделала Сербия в тот период, это было очень большое и поистине святое дело, когда русские люди могли продолжать свою творческую работу, свою творческую деятельность в университетах, в школах Сербии. Здесь была создана Русская православная церковь за границей, в Сремских Карловцах, и военные тоже могли внести свой вклад в укрепление сербской армии. И было очень много замечательных, прекрасных здесь таких и личных историй, и более широких историй, которые изучаются нашим домом, домом русского зарубежья, который был создан специально для того, чтобы возвращать память об этих людях, возвращать память о тех событиях, которые проходили в ту пору. Dakle, mi u Rusiji vrlo dobro se sećamo tih vremena, pamtimo ljude koji su pomogli našima, koji su pomogli Rusima da ovde nađu svoj novi dom. I u Ruskom domu, ako znate, bile su postavljene dve spomen ploče. Na jednoj spomen ploče je pisao car Nikolaj II, zaštitnik Srba, a na drugoj spomen ploče je pisao kralju Aleksandru I, zaštitnik Rusa. I zaista mislimo da ono što je srpska vlada, srpski narod učinio za Ruse, da je to velika, sveta stvar, da su Rusi po dolazku u Srbiju, u Jugoslaviju mogli da se bave kreativnim stvaralačkim radom, da nastave svoju delatnost. Takođe je bila osnovana i Ruska pravoslavna crkva u rasejanju za ljude, izbjeglice koji su ovamo došli. Takođe i ruska vojna lica, vojnici bele emigracije koji su došli u Jugoslaviju, imali su svoj doprinos i u jačanju srpske vojske i jugoslovenske. I šta bih vam rekao, tu ima mnogo ličnih priča, i ličnih i na širem planu, i to je nešto čime se upravo Dom Rusa u rasejanju i bavi. Bavi se time da vrati uspomenu na te ljude, da probudi sećanje i istorijsko pamćenje o tim vremenima i тем людям, которые их удалили. Русская эмиграция
рассеяна практически по всему миру на последнем, 2 года назад, Всемирном конгрессе соотечественников были делегации из 104 стран мира. Но для нас, для нашего дома, русская эмиграция в Сербии является одним из ключевых направлений работы. И проведение конференции, они проходят, как правило, с участием сербских коллег и, ну, конечно, выставочная работа, выставочная деятельность. Так, кажется, мне поздно, то русская миграция є рассеяна по цьому світу, как и данас, так и на предходных временах. И недавно был одержан Светский собор наших руса-земляка, и у него участвовали представители Руса из чак 140 земель. Али оно, что приоритетно, это, конечно, Србия, Балканский простор. То есть приоритетный правец нашего града, нашей деятельности. И оно, чем мы бавимо, первенственно, это одержание конференция, в которой участвуют и коллеги Срби, конечно. И также другая ствар, которая за нас очень важна, на которой работаем, это изложбы. Организация, организованные изложбы. Не далее, как позавчера, понедельник, минувший, в нашем доме открылась выставка акварелей архитектора Николая Краснова, которую мы получили из музеев Ямта, из двух музеев, это Ливадийский дворец и Ливадийский историко-литературный музей. А Краснов очень много работал в Сербии, и целый ряд замечательных зданий в Белграде, в других городах Сербии были построены по его проектам. Dakle, eto, bukvalno preključe ovog ponedeljka imali smo i izložbu akvarela u Beogradu, za koju smo eksponate dobili iz muzeja Ćilibara, Livadijskog dvorca, Istorijskog knjiženog muzeja. Dakle, taj muzej je bio posvećen i Nikolaju Krasnovu, arhitekti koji je živio i radio u Srbiji i podigao je mnogo velelepnih zgrada, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima na Srbiji. И из многих выставок, которые мы делали, это, конечно, выставка, посвященная королю Александру I Карлу Георгиевичу, которая проходила в нашем доме, потом проходила здесь, в Белграде, целый ряд других выставок. И, конечно, очень памятна для нас выставка 73-го освобождения Белграда, фотовыставка, которая проходила с участием президента Сербии, господина Николича. Dakle, kada govorimo o izložbama koje smo još imali prilike da organizujemo, imali smo izložbu posvećenu kralju Aleksandru I Karađorđeviću, kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima u Srbiji. I još bih ovom prilikom istakao jednu veoma važnu izložbu, koja nam je veoma draga, a to je izložba posvećena 70. godišnjici oslobođenja Beograda, pri čemu je učešće u njoj uzeo lično tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Основой нашего сотрудничества, конечно, является культура. И очень точно и правильно говорил господин директор, что русская литература, сербская литература, они, конечно, являются краеугольными камнями нашего сотрудничества в области культуры, да и шире, в целом, так сказать, вот той великой дружбы между двумя нашими народами, русским и сербским народами. Dakle, основа нашей сарадни є svakako культура, первенственно, и, kao što je господин директор veoma lepo и tačno rekao, da ruska književnost и srpska književnost, dakle, обе наши književnosti predstavljaju kamen temeljac naše сарадни. И smijem da kažem, не samo сарадни, nego и prijateljstva, najbližih prijateljskih odnosa naša dva народа.
наша сегодняшняя программа проходит совместно с Ассоциацией союзов писателей и издателей России. У нас такая обширная, мощная программа. И, конечно, мы рады, что мы имеем возможность и представлять книги, и представлять наших авторов в вашей библиотеке, а также имеем возможность подарить вам книги, что я с большим удовольствием и делаю. Вот здесь у нас такой маленький символический дар, книг намного больше, вы можете посмотреть. И хочу пожелать вам доброго, замечательного чтения. Спасибо большое. Наш данный проект включил и участие Удружения Союза писателей и издавателей России. И он прилично мы с собой донели вредные поклоны, донели смо книги, которые намеревамо да учимо господину директору, что смо управо и радили. И в том прилично пожелали бисмо вам угодно, лагодно и лепо читание. Сейчас прошу обратиться Марию Газалееву, представителя Ассоциации Союза писателей и издателей России. Это микрофон. Уважаемый господин директор, здравствуйте, всех приветствую. Здесь я представляю Ассоциацию Союза писателей и издателей. Ассоциация наша занимается всеми писателями в России с самого маленького возраста до самого большого. Мы охватили их всех и делаем для них и смены в детских лагерях творческие, и творческие поездки писателей, как сегодня вот писатели приехали в поездку. Делаем литературные мастерские, это большие мероприятия на 50-100 человек. Это и литературные резиденции, где вот как в Советском Союзе было раньше, человек мог приехать и 20-30 дней совершенно спокойно, без проблем пописать что-то такое, что потом выйдет в мир. Poštovani gospodine direktore, obraćam se vama, dobar dan svima također. Ja, Marija Bazaleva, želim da predstavim Udruženje Saveza pisaca i izdavača Rusije. Naše udruženje se bavi svim kategorijama pisaca, od najmlađeg do najstarijeg uzrasta. Organizujemo dečje kreativne kampove, kampove kreativnog pisanja. Pored toga također imamo kreativne i knjižene radionice koje obuhvataju od 50 do 100 ljudi. Također, po tradiciji sovjetskih vremena imamo svoje vrste knjižene rezidencije gdje mi vodimo sve zainteresovane mlade talentovane pisce da posjećuju kuće, dvorce, vile, da kažemo, velikih ruskih pisaca i da na taj način dođu u kontakt sa istorijom, da se možda inspirišu i pronađu dalje nadahnuće za svoje stvaralaštvo. Ассоциация располагается в очень красивом особняке 17 века, еще на улице Поварской. Когда вы приедете в Москву, обязательно приходите к нам в ассоциацию. Там очень много мероприятий, посвященных писателям. Я сама не писатель, но я дочь писателя и внучка писателя. Мой дедушка возглавлял самое большое издательство, наверное, в мире, советские писатели. В том числе там выходили книги и сербских писателей. И я очень рада, что я тоже занимаюсь писателями, дружу с ними, вожу их везде, опекаю всячески, и моя работа одна из самых лучших на свете, мне кажется. Иначе наше удружение смещено в одной вилле, так скажем, резиденции, в улице Новогорска, в Москве. И он прилично вас все сердечно позовем, ако будете некогда в Москве да нас посетите, бит ће нам велико задовольство. Я сама иначе нисам писац, али сам ћерка и унука писца. Мој деда је био директор велике издавачке куће Советски писац, која је издавала многобројне публикације, укључујући такође и српске авторе, автори Србије.
Šta mogu da kažem? Ja sam ponosna na činjenicu da mogu da se družim s piscima, da ih pratim svuda i mislim da se bavim najlepšim i najboljim poslom na svijetu. В этом году мы счастливы, что мы с Домом русского зарубежья имеем возможность подарить и от ассоциации в том числе вот такое большое количество книг нескольким странам. Уже мы в этом году побывали в Сирии, в Монголии, в Армении, Босния и Герцеговина, Сербская республика только сейчас, тоже туда отвезли книги. И вот сегодня находимся в Сербии с радостью, потому что, конечно, люди, которые живут в Сербии, нам ближе всего. Ove godine smo srećni što imamo mogućnost da u saradnji sa Domom Rusa u Rasijanju i našeg udruženja Saveza pisaca i izdavača Rusije poklonimo knjige, ruske knjige. Ove godine smo već bili u nekoliko zemalja, obišli smo Siriju, Mongoliju, Jermeniju, Republiku Srpsku kao entitet Bosne i Hercegovine i evo danas smo ovde u Srbiji i sa zadovoljstvom mogu da kažem da od svih zemalja koje smo posetili, Srbija nam je najbliže srcu. Я должна зачитать обязательно приветственный адрес от моего руководителя. Он молодой, красивый писатель, русский. Он депутат Государственной Думы, человек, который радеет за нашу литературу, культуру каждый день. Создал такую непростую организацию, ассоциацию. Наши российские писатели объединяются трудно. И это прямо большой труд, поэтому хочу зачитать письмо. I ovom prilikom morao bih da vam pročitam i pozdravno pismo našeg rukovodioca, šefa udruženja Saveza pisaca i izdavača. On je jedan mlad momak, poslanik Dume, Ruske skupštine i to je veliki napor koji on ulaže da bi sve ruske pisce i izdavače objedinio na jednom mestu i zato dozvolite mi molim vas da pročitam njegovu obraćanje. Директор университетской библиотеки Светозар Маркович господину Александру Еракову, писателю в Сербской Республике Сербия. Уважаемый господин директор, дорогие коллеги, писатели и ученые, с радостью передаем вашей замечательной библиотеке наш книжный дар – собрание произведений русских классиков и современных писателей России. Выражаем надежду, что выставка «Книжный удар» станет еще одним шагом в развитии отношений между российскими и сербскими писателями, исследователями литературы, читательской публикой и сможет способствовать упрочению наших культурных связей. С уважением, Сергей Шаргунов, председатель Ассоциации писателей издателей России, главный редактор журнала «Юность». Poštovani gospodine direktore, Aleksandar Jerkov, dragi kolege, veliko nam je zadovoljstvo što možemo da vam predamo ovaj književni dar koji predstavlja zbornik savremenih autora Ruske federacije. Nadamo se da će ovaj poklon i izložba biti samo još jedan korak u jačanju rusko-srpskih odnosa, da će ići na korist mladim istraživačima, čitalcima, čitalačkoj publici, i želim vam uspeha u daljem radu. S poštovanjem, Sergej Šarguno, rukovodilac odeljenja udruženja Saveza pisaca i izdavača Rusije i glavni urednik izdavačke kuće Mladost. Сегодня с помощью ассоциации сюда приехали и наши писатели, ныне здравствующие и издающиеся, они привезли даже свои книги на сербском языке, их когда-то каждого перевели на сербский язык. Это Сергей Носов и Павел Крусанов, писатели из Санкт-Петербурга, наша гордость. Вот, они уже ни в одной программе нашей поучаствовали, и вот мы с радостью их привезли и сюда. Да, наше удружение дошло и писцы из Руссии, кои и дан-данас живе, стварају, пишу и објављују. То су наши писцы Сергей Носов и Павел Крусанов. Ми се њима поносимо и велико нам је задоволјство што можемо да представимо и нихово дело у преводу на српски језик. Тако да, препустило бих њима попоће. Хвала за ти, Зелена. Ако немате ништа против у мом неком ад хок програму, мог би да дамо реч господину Зајцеву? А, господин Зајцев еще да. Да, нет, мы не против, мы очень за. Мы хотим, чтобы вы должны... Передать слово господину Зайцеву. Да, господин Зайцев, извините. Господин Зайцев, пожалуйста. Господин Зайцев, директор и угодничный руководитель студия
«Русский бунт»? Господин Зайцев у нас, он директор и художественный руководитель киностудии «Русский бунт». Уважаемые господа, дорогие друзья и коллеги, я совершенно не хотел кого-то перебивать, не дай бог. Меня пригласили для того, чтобы я рассказал об одном из направлений деятельности Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, а именно о деятельности нашей киностудии «Русский путь», которая, как может, вы уже догадались, которая получила свое название как раз от издательства «Русский путь», которое было когда-то придумано и учреждено Александром Москвиным и Александром Александровичем Солженицыным. Поштовано Господу, драги колеги и приятели, я се извинявам ако се било кога прекинуто, то ми заисто не била намера. Желим да кажем да сам ovom prilikom pozvan да pričam о нашем филмском студии «Русский путь», о делатности koju mi obavljamo u saradnji sa Domom Rusom Rasijanom Aleksandrom Solženicinom. I tom prilikom bih objasnio zašto se zove «Русский путь», zato što smo uzeli naziv od izdavačke kuće koja se istovetno zvala, a koju su svoje vreme osnovali i prosto vodili, bili na njenom čelu gospodin Viktor Moskvin i sam gospodin Aleksandar Solženicin. Našoj deitelnosti уже в budućem году исполнится 20 лет. То есть киностудия была создана в 2005 году. И вот за это время мы сделали уже больше 50 неигровых документальных фильмов на самые-самые разные темы, но в основном, конечно, они касаются русских за рубежом, русской эмиграции. В частности, мы сделали фильмы о, например, прежде чем я расскажу о фильмах о писателях, русских писателях, которые жили и работали за рубежом, я скажу, что мы сделали фильмы, например, об изобретателе первого в мире видеомагнитофона Александре Понитове, о изобретателе высокооктанового бензина, значит, Владимире Ипатьеве, изобретателе двигателя для гоночной машины Chevrolet Corvette Захарии Аргуседанове, об архитекторе Краснове. Этот фильм 5,5 лет тому назад, когда я последний раз был в Сербии, проводили премьеру этого фильма здесь, в Белграде. А вот всего, наверное, около 40 картин, которые входят в цикл «Русские в мировой культуре», мы сделали, и этот цикл нами был задуман 12 лет тому назад, для того, чтобы напомнить миру, не только русским, не только сербам, о том, какой вклад русские люди в разных областях внесли в мировую цивилизацию. Dakle, naša organizacija će naredne godine napuniti 20 godina, budući da smo bili osnovani 2005. kao filmski studio. Naš cilj je, ono što smo mi radili, jeste da smo snimili preko 50 dokumentarnih filmova o Rusima, o rasejanju, o ruskoj emigraciji. I pre nego što počnem da govorim o samim piscima, želeo bih da pomenem neke od filmova koji se odnose na ruske pronalaske koje smo mi dali svetu. Recimo, imamo film o Panikovu koji je bio izumitelj magnetofona, zatim visokooktanski benzin Ipatijev. Također, od onoga što bi bilo značajno za srpsku publiku, možemo da pomenemo Nikolaja Krasnova. Taj film je bio snimljen pre 5 godina, ili mi se čini da je pre 5 godina bio prikazivan u Beogradu. Sećam se toga kad sam bio prethodnog puta. I sve u svemu ukupno imamo, dakle, oko 40 do 50 filmova za 12 godina našeg rada. I time je bio naš glavni cilj da pokažemo povezanost ruske i srpske istorije, ali također da pokažemo i celom svetu kakav su doprinos dali Rusi, ruski narod, koliki je doprinos dao svetskoj civilizaciji. Спасибо. Поскольку главная наша тема сегодня – литература, главная наша тема – это книга, я вкратце, чтобы вас не занимать ваше время, скажу о тех фильмах, о писателях, которые сделала наша киностудия. Пошто наша današняя тема – книжевность, пошто говорим о книгам, я бы сам укратку, да не одузим много времена, говорил о фильмовима, кои су били посвящены писцима, русским писцима. На мой взгляд, самое главное, что нам удалось за вот истекшие
12 лет, которые мы делаем наш цикл о русской мировой культуре, это запечатлеть тех людей, которые помнили наших героев, помнили так или иначе, так сказать, имели отношение к биографии русских писателей, которые творили за рубежом. Это самое ценное, это уникальный архив, поскольку после каждого фильма, да, остается очень много материала, который представляет собой огромную ценность, потому что в основном, конечно, мы снимали пожилых людей, которых уже нет с нами. И по моему мнению, за ових 12 година прилико укупно приređujemo циклус фильмов «Руси в светской культуре», могу да кажем, да су најзначајнији филмови за нас они који се баве људима, који памте наши јунаке, који су имали живе контакте некада са руским писцима у расејању. И могу да кажем, да ти материјали данас представљају огромну вредност. Након снимувних филмова, након целог образина материјала, још остаје много тога што у будућности може имати непроцењив допринос. Zato što su tom prilikom nam bili intervjuisani stariji ljudi koji danas više nisu sa nama i njihove uspomene su za ove postave zabeležene. Prvi film koji mi izdjelali pisatelji okolo 15 let tamo nazad, to bil film o Georgiji Dmitrijevići Gribenščikovi, ruskom emigranti, koji bil, v общем, praktički zabit v Rosiji, koji postrojil в Америке русскую деревню, которая называлась Чураевка. Вот мы застали последних русских жителей этой деревни. Так, первый фильм, который мы при 15 годах снимали, где был посвящен русскому писцу эмиграции, был фильм о Георгию Дмитриевичу Гребенщикову. То есть русский писец, который данас мать не полностью заборонен в Руси. Он живет и створил в Америке и был познат по тому, что он основал русское село u Sjedinjenim američkim državama pod nazivom Čurajevka i mi smo imali priliku da razgovaramo sa poslednjim preostalim stanovnicima tog sela. Sljedeći film koji je bio posvećen ruskom pisatelju je bio film Nezamečeno pokolenje Vladimira Varšavskog, Vladimira Sergejeviča Varšavskog, koji bio ne toliko zamečetni pisatelj, no i učesnik francuskog sopotivljenja. Наш дом, дом русского зарубежья, дружил с его вдовой Татьяной Георгиевной Варшавской, которая передала нам в дом русского зарубежья очень много материалов. Самая известная книга Владимира Варшавского «Незамеченное поколение», в которой впервые писатель заговорил о проблемах молодого поколения первой волны русской эмиграции. Naredni film koji smo snimili ruskom piscu zvao se Neprimetno pokolenje Vladimira Sergejevića Varšavskog. Vladimir Sergejević Varšavski je također bio pisac ruske emigracije, ali također je bio učesnik pokreta otpora u Francuskoj, Charles de Gaulle. Naš dom je imao to zadovoljstvo, tu priliku da se druži sa njegovom udovicom, Tatjanom Georgijevnom Varšavskom, koja nam je potom pružila mnogobrojne materijale u njemu koji su ušli u stvaranje filma. I njegova najpoznatija knjiga se upravo tako i zove, Neprimetno pokolenje. Odnosno, knjiga se bavi sudbinom ruskih emigranata, kako su oni prolazili u prvom talasu emigracije ovamo, negde početkom 20. godina prošlog veka. Išće jedan film koji je posvećen pisatelju, фильм о Борисе Константиновиче Зайцеве, которого, я думаю, особенно, который в представлении особенно не нуждается. Это довольно известный русский писатель, друг Бунина. В 2000 году, уже 24 года тому назад, мне удалось снять интервью с уже пожилой дочерью Бориса Константиновича Зайцева. И вот это интервью, можно сказать, ну, отчасти легло в основу создания этой картины, я еще раз подчеркиваю, потому что мы гордимся нашими архивами. Наталья Борисовна Зайцева, конечно, давно нет на свете. И еще один фильм, который посвящен русскому писцу эмиграции, то есть фильм о Борису Константиновичу Зайцеву. Мислим, да га не треба посильно представлять, да это довольно познатая личность, Бунинов приятель.
И мы имели прилику до 2000 года, дакле, пре 24 года, узмем интервью от негове ćerke, ćerke Бориса Константиновича, и та интервью е послужило као темер, као основнац за створање продукцију овог филма. И још једно бих то нагласио, зашто то поминјем, зато што смо веома поносни на своје архиве, на ту садржајност која постоји, будући да његова ћерка данас није међу живима и да то представља драгоцени материјал за дару архивску грађу. И еще одно имя, которое отчасти нам довелось открыть, это замечательный драматург, писатель, журналист, участник Первой мировой войны Евгений Николаевич Чириков, который жил в Чехии. И в этом фильме мы сняли внучку Евгения Николаевича, которая сейчас еще жива и почти 100 лет, и правнука Михаила Чирикова. Они нам очень помогали в создании этого фильма. И еще одно очень важное имя, которое я упомянул, которое мы делимично открыли и сознали, и претого нам не было познато, есть драматург, писат, новинар и участник Первого светского рата Евгений Николаевич Чирико. Он живел в Чешкой, и мы взяли интервью от его внучки, которая и дальше жива, имала еще мало на 100 година, и негового правнука Михаила, захвалюсь чему смо успели да продуцирамо, да направимо овој фильм, и он је такође био снимен у оперу нашег дома Руса у Касјану. Русский путь. Всего мы сняли 10 фильмов о писателе, поэтому я сейчас просто, чтобы не затягивать выступление, просто коротко их перечислю. В частности, это фильм о Гайде Газданове, который жил во Франции, которого тоже особенно представлять не нужно. В этом фильме мы использовали игровой момент, артисты читали отрывки из произведений Гайда Газданова. Так, ну, снимали 10 фильмов о артистах. Сада, да вам не одузимам много времена, я хочу само укратко на проекте, которые су то били. Jedan je bio posvećen Gajtanu Gazdanovu, koji je živo i radio u Francuskoj. Tu smo takođe imali određene glumačke momente, imali smo deklamovanje njegovih stihova, rečenica, sve ono što je posle bilo uključeno u stvari filma o Gazdanovu. K stoljeću Aleksandra Saviča Solženicina naša studija izdjelala film pod nazvanjem Solženicin i Struve. Это о том, как издательство «Инкопресс» печатало в 1973 году огромный труд Александра Саевича Солженицына, архипелагола. Затем мы за 100-годишницу рождения Александра Солженицына снимали фильм под названием «Солженицын история», который был посвящен тому, как издавачка куча АСТ Пресс 1973 года по первый раз объявила книгу «Архипелагу Дума». Еще один фильм мы сделали о Константине Коровине. Не удивляйтесь, все его знают как художника, прежде всего как художника, но мы впервые сделали фильм о Константине Коровине как писателе. Вот сегодня у нас даже здесь режиссер этого фильма Денис Чуваев. И еще один фильм, который мы снимали, он относится на Константина Коровина. Предпоставим, да ви većina вас зна као сликара, али ми смо га први пут представили и као писца, и са нам је такође и редитељ овог филма Денис Шурај. Еще один фильм, который снял Денис на нашей студии, это фильм о знаменитой поэтессе и танцовщице русского Шанхая Ларисе Андерсон. В этом фильме мы также использовали интервью с Ларисой, снятой нами в 2008 или 2009 году. Лариса Андерсон умерла во Франции, прожив 102 года. И еще один фильм, который мы снимали, относился на познатую умертницу и плесачицу русского Шангая Ларису Андерсон. Она недавно преминула, имала 102 года, и после напомнить нас, проживала ее в Францию. Ну и, наконец, фильм, который вышел совсем недавно и который вот-вот выйдет в прокате в России, это документальный фильм
об Иване Алексеевиче Бунине, он так называется, Бунин. Мы долго к этому шли, не трогали это имя, потому что о Бунине уже до нас все-таки было кое-что сказано. Но это большой 82-минутный биографический фильм, в котором использованы уникальные архивы, архивы города Лидс, Великобритания. И очень многое действительно для русского зрителя, я думаю, что мы и в Сербии покажем этот фильм, было, значит, в этом фильме показано впервые. И наизад могу допомянуть, да, я яко недавно, скоро, изошел фильм о нашей продукции о убийцу Ивану Александровичу Бунину, кој се тако и назива Бунин. Pripreme za ovaj film su trajale mnogo, trajale su veoma dugo, mi smo želeli da potežemo to ime, zato što se mnogo i pisalo i snimalo u Buninu. Međutim, smatramo da smo ovom priliku uspjeli da napravimo jedan dobar filmski komad u trajanju 82 minuta, da pokrijemo njegovu biografsku stranu, prikazali smo jedinstvene kadrove iz grada Linz u Velikoj Britaniji, i mislimo da će ruski gledalci, i ne samo ruski, pošto planiramo da ovaj film također prikažemo u Srbiji, prvom slobodnom prilikom, i mislimo da će naši gledalci moći da pronađu, da otkriju, da saznaju mnogo toga novog što im prethodno nije bilo poznato. Ну и последний большой проект, над которым работала наша студия «Русский путь», это проект, созданный специально для музея русского зарубежья. Музей, который был открыт 5 лет тому назад, это еще одно здание рядом с Домом русского зарубежья. Проект называется «Киноантология. Живое слово. Поэзия русского зарубежья». В интерьерах музея русского зарубежья замечательные наши известные русские артисты читали стихи Марины Цветаевой, той же Ларисы Андерсон, Георгия Иванова, Владимира Набокова и других более 30 поэтических произведений было прочтено и снято. И последний великий проект, который мы урадили, был отражен с поддержкой музея Руса в Несеянию, и он называл «Филмская антология. Жива речь русской эмиграции». В том прилику мы прикупили уметники, окупили смо их, которые декламовали стихове Цветаеве, Андерсона, Набокова, као истакнутих песника и стваралаца руске эмиграције. И било нам је велико задовољство да то представимо. Укупно, чини нам се да је представлено око 30 различитих уметника. Ну и в завершении своего выступления я хотел бы в лице вот Виктора Александровича Москвина, нашего директора и вдохновителя многих наших проектов, продюсеров, Филиппа Владимировича Кудряшова и режиссера Дениса Анатольевича Чуваева поблагодарить всех-всех наших авторов. И на краю бих у имя нашего директора Виктора Александровича Москвина, затем Филиппа Владимировича Кудряшова и Дениса Анатольевича Чураева желал бих да захвалим свим нашим авторам на помощи. И хочу сказать, что, конечно, лучше всего не слушать про фильмы, а их посмотреть. Спасибо. Спасибо, господин Зайцев. Спасибо. А сада наш трек «Писи». Надеюсь, что этот редослед не будет влиять на вашу инспирацию. Можем господина Русанова написать. Сейчас просим дорогих писателей обратиться к нашему залу. Надеемся, что такой порядок действий, порядок людей, выступающих, вас не смутит, не повлияет на ваше вдохновение в творчестве. Не повлияет. Дамы и господа, коллеги. Сербский язык был первым зарубежным языком, на который были переведены мои книги. Потом, так сказать, румынские, словацкий, немецкий, итальянский, там, английский, китайский. Мы только этим летом узнали, что у нас даже Сергей в одном коллективном сборнике перевели на персидский. Вот. Но все-таки первый перевод, как первая любовь, его не забудешь. Так, дамы и господа, уважаемые дорогие приятели, первый странный язык, на который мои книги были переведены, был и сербский.
Поред тога, наравно, били су ту и други језици, рецимо румунски, словачки, немачки, енгласки, италијански, кинески. Недавно је колега Носов сазнао да је његова књига такође преведена на персијски. Али, поред свих ових поменутих језика, шта могу да вам кажем? Први језик преводђен је као прва љубав, заборава нема. Итак, перевели на сербский первую книгу, я понял, что у сербов хороший вкус. После этого, конечно, мне очень захотелось посмотреть на этих замечательных людей, на их страну. Но вот эта первая книга была переведена 22 года назад, в 2002 году. Но с тех пор как-то мне все не получалось приехать к вам. И приглашали на презентацию книги, потом приглашали на книжный фестиваль в Новый Сад, но что-то вот обстоятельства жизни как-то не позволяли приехать. И вот, наконец, благодаря Дому русского зарубежья и Ассоциации писателей и издателей России, я вот в Сербии и с наслаждением смотрю в лица людей и на прекрасный город Дубрав. Šta mogu da kažem, ljudi koji su prevodili knjigu sigurno imaju dobar ukus, svaka čast. I na osnovu toga, prosto, još tada se u meni javila želja da posetim te dobre ljude, tu dobru zemlju, divnu, prelepu, budući da je moj prvi prevod izašao pre 22 godine, 2002. Ali još od tog vremena, još od tada, nikako nisam mogao da pronađem pravu priliku da posetim Srbiju. Pozivali su mi na festival knjiga, sajam knjiga u Novom Sadu, još neke druge prilike su bile, ali nikako se nije namestilo. I evo me danas, zahvaljujući Domu Rusa u Nasejanju i Udruženju Saveza pisaca i izdavača Rusije, danas imam to zadovoljstvo da gledam vaša lepa lica i lepi grad Beograd koji se pruža pred nama, da uživam u njemu. Отдельное спасибо хочу сказать авиакомпании Air Serbia, потому что у нас самолет из Петербурга в Белград прилетел в 5 часов утра, а заселяться в гостиницу нам нужно было в 2 часа. И у нас было огромное количество времени утреннего на то, чтобы посмотреть абсолютно пустынный Белград, прогуляться по нему там в 6-7 утра, посмотреть на его архитектуру, на его, в общем, город со своим лицом. Говорили об этом с Сергеем, и это было очень приятно в пустынном городе, где ездят только какие-то небольшие микроавтобусы, развозят воду, дворники метут опавшие листья. В общем, совершенно прекрасное впечатление. Спасибо, Air Serbia! И думаю, особенно благодарность авиакомпании Air Serbia, будучи на наш лет из Санкт-Петербурга в Белград, desio se, mislim, sleteo je u 5 ujutru, a trebalo je da se prijavimo u hotel, da se čekiramo u 2 ujutru. I zahvaljujući njima imali smo jedinstvenu mogućnost da se prošetamo po savršeno praznom Beogradu, da uživamo u njegovoj arhitekturi, kao što je Sergej pohvalio. Mogli smo da vidimo razne neke male mikrobuseve koji su cisterne sa vodom prevozili, doma ove čistače ulica koji su sklanjali lišće i sve u svemu, zaista stvarno je bio doživljaj za pamćenje. Hvala Air Serbia od sveg srca. В общем, я очень доволен. Надо, наверное, сказать что-нибудь о современной русской литературе. Но достаточно сказать, что она есть, потому что она есть. Вирус авторствования по-прежнему не излечен и не излечен. Огромное количество людей болеет этой тяжелой и счастливой болезнью. Я бы задоволен своим прежним утиском. А что могу вам сказать о современной русской книжности? Она дефинитивно постоит и далее жива. И тот вирус, та помама за писанием, за авторским створением, она и далее обстоит и нема лека. Дакле, мы все болеем от тяжкие и лепые болезни, коим мы все тотально заражены. Ну и от своего лица я тоже присоединяюсь к дару Дома русского зарубежья и Аспира, и некоторые свои книги в дар библиотеке оставляю. Ну и на этом позвольте. А, это очень красивые книги.
очень красивые, полезные книги. В них рассказывается о том, что в трамваях надо уступать вместо старшему, надо мыть руки перед обедом. У своей руки я в их допозе дал свой маг допринос поклону новорусам, россиянам и их удружению самозаписаться из Навальча Руссии. Оставить ću вам svoje knjige, jako lepe, korisne, govori se o tome da treba ustupiti mjesto starijima u prevozu i da treba pratiti pri prijemu. Спасибо. Hvala. Hvala gospodinu Zosanovu za... Спасибо, gospodinu. Nadavljujem. Za vaše vdahnavilne prašine. A vas, gospodine Nosov, molim da se... Сейчас я попрошу вас, господин, обратиться к слову. Я присоединяюсь к благодарностям. Спасибо библиотеке университетской за эту встречу. Спасибо вам, дорогие друзья и коллеги, за то, что вы здесь. Спасибо Дому русского зарубежья. Спасибо Ассоциации Союз писателей и издателей. Спасибо Белграду. Замечательно. За то, что я обманул. Сейчас. За то, что я обманул наши ожидания. Мы никогда здесь не были, но вот... убедились, что это замечательный город со своим лицом. Мы действительно об этом говорим. Я бы се, как и Павел, пригружил захвалностима, да захвалим университетской библиотеке, всем нашим дорогим приятелям и гостям, Дому Русов на Сеану, удружению, граду Белграду, что нас не изневерило, не изневерило наши очекивания. Мы смо до сада были овде, а смо се дефинитивно уверили, да е стварно диван град, да е све онако да што се прича. Да, и нам очень понравились белградцы, горожане, лица замечательные такие, красивые, и язык, который мы слышали, и даже как-то и понимали. И я помню, что допали белограждане, нихова лепа лица, язык, которым народ разговара, почали смо чак и да го разумемо, и то нас такое веома допали, все изумся. А что касается языка, мы вот с Павлом, когда ехали, знали, что нас перевели, то есть я знал, что переводили на секторе его, а он знал, что переводили меня, но для нас была вот неожиданность, когда мы приехали, узнали, что мы выходили в одной серии, в одном издательстве. Što se tiče samog jezika, srpskog jezika, i Pavel i ja smo znali da smo bili prevođeni na srpski, ali tek kada smo ovdje došli, bili smo veoma iznenađeni i začuđeni, kada smo saznali da je naše knjige u prevodu objavilo isto izdavaštvo, isto izdavačko kuće. Udivitimo to što, вот это загадка, to što moja knjiga izdana kirilicom, а Павел Курсанов Василий. Почему так кто-то знал? Да, то нам и было очень занимательно, а кто-то может знать, может нам объяснить, зачем моя книга на сербском издана черевицом, а Павлова издана латином. Вот такая загадка. Тут заводят. А мне особенно лестно, что вот меня перевел, у меня драк Сибирьевич. Да, я знаю, что приводился в русскую классику, и у меня большая честь. И за меня очень похвално и велика мне честь, что я мою книгу переводил Миодрик Сивинович, великий познавалец и переводилец русской классики, и это заистина сам почествован, что я он переводил. Я читаю себя на сербском и понимаю. Мне кажется, что я знаю язык, но я на самом деле не знаю. Я почему да читам себе свой рад на сербском и чини мне, да разумем язык, да я знам, я по нему ствари говорю. А еще вот у нас тут есть книжка, которая называется «Тайная жизнь петербургских памятников». Когда вы будете в Петербурге, ну, да, посмотрите на наши памятники, их очень много, и они на самом деле живут в тайной жизни, которые незаметны обычно. А еще мы здесь донели и книгу по названию «Тайный живот петербургских спомеников». Ако некогда будете в Петербургу, мы вас сердечно позываем, обидите петербургские споменики и чуете многие тайны, интересные притчи, оно, что нас все привлечет маленько Петербург. Мы с Павлом Курсановым, то есть не мы, а по отдельности, пишем романы и вообще прозы, сборники рассказов, где-то у нас примерно по 8 романов написано. Вот, я, кроме того, еще пишу пьесы, ну и один стихотворный сборник. Так, Павел Курсанов и я, мы заедно пишем романы,
збірки писема. Я також пишу і драмські помади, драмське діло, і іванську прилики досі. Та нас іздають, та нас приводять овде у Сербії зараз. Вот у Павла четверть века назад, да, где-то 25 лет назад вышел роман, который называется «Укус ангела», и он такой надел большой переполох в свое время. Он сейчас переиздается постоянно, и даже как входит в серию, которая называется «Классики и современники». Эво, Павел е пре 25 годин, ако се добро сечам, имал свой први превод, прво издание романа, по називе «Ујед анђела», и тај роман је у своје време направио велику пометњу на književној сцени. Био је издаван више пута, много пута, и да, данас за њега може да се каже да он представља класику савремене književности. Я помню, когда Крусанов вышел этот роман Крусанова, Павла сравнивали с Павичем. Вот, да-да, как-то так соотносили, но потом перестали, потому что, конечно, разные авторы. Сетимся, когда Крусанов так и был изошел роман, да су него поредили са Павичем у початку, а и убрзо су то люди престали да раде, зато что ипак је различный стил, различная тематика, то су ипак два одвоја твиста. А кроме того, здесь сидит еще замечательный писатель Михаил Попов, но он будет выступать уже завтра. Сјајан писач Михајло Попов, који ће наступати сутра. Павел сказал, что про книги, да, а не на русском языке, не на сербском. Так, в общем, мы со своей стороны, ну, позволим себе дерзость подарить университетской библиотеке наши книги на русском языке. Павел говорил о книгах, они су на русском языку, а мы ћемо дозволить себе, да будем тако дрски, да поклонимо наше стварало, наше книги в университетской библиотеке Светлозара. Спасибо. Спасибо, господин Носов. Да, не заволи само да напомнем да се у витринама од ИЗА налази само један мали део из донације дома руске дијаспоре, а да кажемо да је у плану евентуална изложба у којој ћете може бити обавештени касније, на којој би се показао већи део. Упомянула о витринах, которые сейчас выложены. Там представлена только одна маленькая часть, и мы надеемся, что в скором будущем, в скорое время, мы сможем организовать при поддержке Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сможем выставить как можно большее количество экспонатов для всеобщего, на всеобщее обозрение, чтобы все было видно. Еще раз спасибо вам большое. Всем нашим дорогим гостям. Всем нашим дорогим гостям. Хвала всем вам. Спасибо вам всем. За ваше время. За ваше время. И само на краю još да додам да ми је драго што је Университетска библиотека добила ту част да практично отвори. Колико видим по датумима ову манифестацију, то је стоја. И под конец я еще хочу добавить, что я особенно рада, что именно в университетской библиотеке предоставляется такая честь стать первым учреждением, которое на самом деле открывает цикл мероприятий, посвященных совместному культурному наследию России и Сербии. Есть ли у кого-нибудь есть вопросы? Тогда еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.